Добрый день, вы смотрите «Итоги дня» телеканала «Улправда ТВ». С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Проезд для школьников на трамваях и троллейбусах стал в Ульяновске бесплатным. Ульяновская область готовится ко дню рождения. Работа по-новому. Кузьмин во главе спорта. На нижней террасе появится новая поликлиника, запрет снюсов и охрана животных. О чем говорили и на заседании правительства. В Ульяновске откроется Всероссийская школа Дельфийского резерва, а областная детская школа искусств станет губернаторской. Первое в наступившем году заседание правительства было посвящено вопросам не только текущего характера. На совещании губернатор Сергей Морозов определил круг задач, над решением которых государственная власть будет работать в течение всего 2020 года. Глава области призвал чиновников начать работать по-новому, чтобы существенно улучшить жизнь в регионе. О том, как прошло заседание, в материале Егора Титова. Губернатор отметил, что в этом году заработают дистанционный центр и центр управления регионом. Не обойдется без кадровых изменений ротаций. Ротация – это не значит о том, что люди могут остаться там в правительстве или в администрации губернатора. Ротация – это значит, кто-то может уйти на муниципальный уровень, кто-то уйдет в учреждение, кто-то уйдет в корпорации, кто-то возглавит, возможно, какие-то общественные организации. То есть вот с сегодняшнего дня мы таким вот образом с вами начинаем активно заниматься вот следующим этапом больших преобразований. Первое изменение уже было озвучено. В области появится губернаторский совет по развитию спорта и физической культуры, который будет руководить данной отраслью. Возглавит его губернатор. Заместителем и руководителем президиума станет бывший министр спорта и физической культуры Сергей Кузьмин. То решение, которое вы приняли, по максимальному, так скажем, вовлечению всей категории людей, которые задействованы в спорте, с одной стороны, а с другой стороны, как мы все понимаем, что решение ключевых проблем, это носит характер все-таки межведомственный, и большая роль здесь системы, в первую очередь, конечно, образования. Реформы ждут не только отрасли спорта и физической культуры. Большое количество изменений ждет сферу здравоохранения. Губернатор анонсировал строительство новой взрослой поликлиники на Нижней террасе. На нее планируется потратить 300 миллионов рублей, а закончить строительство к 2022 году. В области подготовлен большой проект по реформированию системы первичного здравоохранения. Мы запрашиваем по этой программе на период до конца 2024 года свыше 8,5 миллиардов. Из них чуть меньше миллиарда – это региональный бюджет, и 7,5 – это федеральный. Если это в конечном итоге все будет согласовано, то нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена. Большее внимание будет уделяться профилактике. Существенное улучшение ждет материально-техническую базу отрасли. Будут отремонтированы и построены новые учреждения здравоохранения, обновлен автомобильный парк. Проект программы отправят на утверждение Федеральное министерство здравоохранения. Забота о здоровье подрастающего поколения – еще один вопрос заседания. На совещании обсуждались два законопроекта по борьбе с так называемыми снюсами. Этот вопрос уже, по-моему, не оставил никого равнодушным. Ни в одном уголке, не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Поэтому нам нужно с вами достаточно быстро принимать юридически выверенные решения. Снюсы на основе табака официально запрещены в стране с 2015 года. Но есть еще синтетические никотиносодержащие смеси. На них не распространяется запретительное законодательство. Закон планируется внести на заседание законодательного собрания. Если законодательное собрание поддержит и примет в ближайшее время данный законопроект, на территории Ульяновской области, подчеркиваю, детям, реализацию именно вот таких вот снюсов, с никотиносодержащих различных изделий официально запретим. Второму законопроекту вводится административная ответственность за продажу отравы несовершеннолетним. Штрафы будут от 50 до 150 тысяч рублей. Борьба за здоровье граждан невозможна без улучшения экологической ситуации. Губернатор отметил, что вопросам защиты окружающей среды будет уделяться большое внимание. В ближайшее время в Минприроде появится должность ответственного за фауну. Мы выйдем на метод, который существенно отличается от того, что сейчас до, скажем так, сегодняшнего дня применялось в муниципалитетах. Метод ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. То есть еще говорю о том, что главную цель, которую мы поставили перед собой, очень бережно относиться к животным.
В заключении совещания губернатор отметил необходимость пристально следить за соблюдением бесплатного проезда в электротранспорте для школьников. И поставил вопрос об обновлении трамвайного парка, которое должно начаться в этом году. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Управды ТВ. В законодательном собрании Ульяновской области тоже прошло первое в этом году заседание. Был рассмотрен ряд вопросов, среди которых закон о запрете распространения снюса. Подробнее Наталья Чумаченко. На 22-м заседании законодательного собрания Ульяновской области депутаты рассмотрели не один десяток вопросов. Изменения касались регионального и федерального законодательства. Оживленную дискуссию среди собравшихся вызвал закон о запрете продажи снюса и ему подобной синтетической продукции несовершеннолетним на территории региона. Слуги народа единогласно одобрили законопроект, призвав тем самым предпринимателей прекратить продажу ядовитого вещества народу. Закон предусматривает, как я повторюсь, о запрете продажи непосредственно несовершеннолетним детям данной продукции никотиносодержащих, не табачных. Также предусматривается законом и вносятся изменения в административный кодекс правонарушений о наказании как физических лиц, это до 5000 рублей, это и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Вот индивидуальные предприниматели, должностные лица, это 30 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридические лица, это до 150 тысяч. Еще один документ вносит изменения в закон Ульяновской области о регулировании земельных отношений. Так, поправки конкретизируют орган местного самоуправления, куда можно подать заявление гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Таким образом, новая редакция закона будет способствовать формированию одной общей очереди. Речь идет о такой категории граждан, как многодетные семьи, студенческие семьи и ветераны боевых действий. Новеллой является следующее, то, что граждане, имеющие право на бесплатный, до получения бесплатного участка, теперь будут обращаться за получением, то есть подавать заявление в администрацию вышестоящего органа. Именно исключаются подача заявлений в сельские поселения. Народные избранники единогласно проголосовали за законопроект, предложенный президентом Российской Федерации о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Знаком отличия данной территории станет специально изготовленная стела с гербом муниципального образования и указом президента о присвоении городу почетного звания. Трудовые коллективы и сами предприятия, которые внесли в победу Великой Отечественной большой вклад, у нас есть. И у нас есть целые коллективы, значит, людей, которые, скажем так, ковали победу во время Великой Отечественной войны на территории города Ульяновска. Поэтому мы, безусловно, поддержим этот закон, мы, безусловно, проголосуем за его, соответственно, реализацию и сразу же параллельно начинаем готовить документы на федеральный уровень, чтобы город Ульяновск номинировать на вот это высокое звание. Кроме этого, депутаты упростили требования к проведению публичных мероприятий. Документ снял ограничения на условия проведения митингов и пикетов в 50 метрах от входа в здание, которое занимают госорганы и органы местного самоуправления. Также в изменениях сказано о сокращении с 5 до 3 метров минимально возможного расстояния от жилого дома. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. С 13 января проезд для школьников на трамваях и троллейбусах в Ульяновске стал бесплатным. С этой инициативой выступил глава региона. Его поддержали как в городской администрации, так и в Ульяновск электротрансе. О том, как реализуется данный проект, расскажет Павел Половов. Проезд для школьников в трамваях и троллейбусах в Ульяновске стал бесплатным. С этой инициативой в прошлом году выступил губернатор региона Сергей Морозов. Его поддержали как в городской администрации, так и в Ульяновской электротрансе. В декабре месяце, значит, узнав о такой инициативе, мы провели совещание с кондукторским и водительским составом, проинструктировали, что с 13 января будет такая проходить у нас акция, как бы у нас как пробный эксперимент. Значит, до каждого кондуктора, до водителя довели информацию, о которой я сказал ранее, значит, что служит основанием для проезда. Естественно, для предприятий это будет нагрузкой, но я думаю, что все вопросы по выпадающим доходам будут решаться своевременно. С 13 января учащимся образовательных школ для путешествия по городу достаточно показать справку с фотографией, выданную в школе. Кстати, для этого не нужно даже участие родителей. За справкой школьник может обратиться сам. Единственное, что необходимо, это иметь при себе фотографию. Справки мы начали выдавать еще до зимних каникул. Выдавали справки на зимних каникулах и сейчас продолжаем выдавать справки. И я думаю, что
до конца недели все желающие справки получат в своих образовательных организациях. Многие школы уже справки эти все выдали. Но мы, как организация, образовательная организация, узнали об этой инициативе заранее. И основной нашей задачей еще в декабре месяце стало информирование родительской, учительской общественности, ну и, конечно, детей. В первую очередь мы проинформировали учителей, классных руководителей. Следует отметить, что бесплатной становится любая поездка, то есть школьник может ехать в любое время, куда нужно. Будь то библиотека или спортзал, урок в музыкальной школе или кружок в местном ДК. Это очень важно, удобно и благоприятно влияет на бюджет семьи, потому что мой ребенок посещает 2 кружка дополнительного образования, на которые мы добираемся на общественном транспорте. И, конечно, преимущество теперь электротранспорта в том, что он стал бесплатный. По справке школьника, Маргарита сегодня поехала впервые, однако кондуктор в трамвае оказался осведомлен о нововведении, проблем не возникло. В городской администрации отметили, что в течение первой недели, даже при отсутствии справки, дети пользуются транспортом бесплатно. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться по телефону 58 46 60 круглосуточно. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ. Ульяновской области в этом году исполняется 77 лет. В стенах Государственного архива новейшей истории прошло совещание, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой празднования дня рождения региона. Основное торжественное мероприятие пройдет 18 января в Ленинском мемориале. Подробности у Ирины Антоновой. 19 января военного 1943 года, 77 лет назад, указом Президиума Верховного Совета СССР из ряда районов Пензенской и Куйбышевской областей была образована Ульяновская область. Накануне этой даты в Государственном архиве новейшей истории обсудили, как будет отмечаться этот самый важный для региона день. Губернатор Сергей Морозов напомнил, что Ульяновская область дала жизнь многим соседним регионам. Ее можно смело назвать «матерью земли Поволжской». Не было бы нашего региона, не было бы Чувашской республики. Это в полном объеме. Мы же поделились своей территорией и своим населением. Не было бы нашего региона, так сказать, ну, как минимум треть Татарстана не было. Мы отдали Татарстану приличное количество земли. Отдали Самарской губернии, почти по Самару включительно территорию. Отдали, так сказать, там многим другим, и Нижегородской, и все остальное. Надо это тоже показывать. Не случайно мероприятие проходило в архиве. Именно здесь хранятся документы, свидетельствующие о создании региона. Из Куйбышева управлять значительными территориями в условиях Великой Отечественной войны было невозможно. Поэтому и инициатором разукрупнения Куйбышевской области стал сам Куйбышевский обком партии. Записка Куйбышевского обкома была датирована 1 июня 1942 года. Однако уже к концу ноября центральные органы власти приняли решение. И об этом нам известно из воспоминаний первого секретаря Ульяновского обкома партии Ивана Николаевича Терентьева. На этой неделе в регионе пройдет множество мероприятий, посвященных 77-й годовщине области. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова рассказала о торжественном мероприятии, где будет названо имя почетного гражданина Ульяновской области этого года. Основное торжественное мероприятие пройдет 18 января в Ленинском мемориале. Оно представляет из себя две большие части, объединенные одними смыслами, лейтмотивами и темами. Это выставка, которая будет представлена в большом фойе Ленинского мемориала, и торжественное собрание, праздничный концерт «Нам завещана память и слава». Также губернатор предложил во время торжественного собрания объявить о начале подготовки к юбилейному 80-му дню рождения Ульяновской области. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ. В Ульяновской области большой общественный резонанс получила история с организацией досуга для юных экстремалов. А началось все с того, что в одном из дворов западного района Димитровграда на деревьях появились необычные конструкции. Фотография сколоченного из досок навеса вызвала в социальных сетях бурное обсуждение. Одни утверждали, что таким образом губятся деревья, другие беспокоились о безопасности детей, а третьи поддержали идею. Корреспонденты Димград-24 встретились с теми, кто соорудил эту конструкцию, и выяснили, для чего она, собственно, предназначена.
Навес из деревянных досок, закрепленный на высоте более 2 метров – дело рук обычных мальчишек. Говорят, сколотили из подручного материала, и это еще не окончательный вариант. В итоге должна получиться разгонка для экстремальной езды на велосипедах. В будущем это будет разгонка, чтобы разгоняться на велике и поехать прыгать всякие вылеты, он как такой, допустим. Это тоже экстремальный вид спорта, как и BMX, в котором я участвую. То есть... Там нужен спортивный инвентарь, то же самое, нужно отдельное место для этого. То есть это развитие города тоже как бы происходит. Увлеченные спортом мальчишки, не имея возможности заниматься любимым делом на специальных оборудованных площадках, пытаются сами создать условия для своих занятий. С того момента, как появилась эта конструкция, в адрес авторов звучали различные мнения. В социальных сетях нашлось как много сторонников юных спортсменов, так и противников. Я не знаю, вот серьезно, такое отношение к ним, я не знаю, это развитие вот идет, то есть экстремальный вид спорта, люди, то есть занимаются спортом, все, здоровый образ жизни, не пьют, не курят вроде, да, а запрещать чему, я не знаю тут. По словам мальчишек, родители их поддерживают. Но многие почему-то просто не понимают стремление молодежи заниматься данным видом спорта, но откровенно отбирают охоту что-либо делать. Некоторые горожане считают это опасным увлечением и указывают, что юные экстремалы должны заниматься в оборудованном скейт-парке, который открыли в Димитровграде в прошлом году при поддержке правительства Ульяновской области. Мы побывали на этой площадке, пробраться на которую сейчас очень и очень трудно. Тропинки заснежены и не расчищены, что в принципе и понятно, скейт-парк не предназначен для зимних видов спорта. А сами мальчишки, которые оборудуют тренажер на деревьях, уверены, что имеющаяся площадка им не подходит. У них другой тип велосипеда, у них немножко другой экстремальный вид спорта. Если здесь трюки есть и там фристайл стиль, а у них просто кататься, попрыгать именно. Просто самый, вот если мы прыгаем, делаем что-то, им просто в кайф попрыгать, либо набрать скорость большую. То есть это даунхилл, это другой вид спорта немножко. Получается, что есть дети, которые не сидят дома за компьютерами, занимаются спортом и сами создают себе условия, ни у кого ничего не просят. И есть взрослые, которые ограничились критикой в соцсетях, не предложив ребятам альтернативного решения. Что в этом случае хуже, покажет время. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для Улправды.ру из Димитровграда. Сделать творческое образование комфортным. В этом году детские школы получат все необходимое, а областная детская школа искусств вовсе обретет новый статус. О переменах в мире искусства в материале Виктории Черковой. Искусство процветания детям лучших преподавателей международных побед. В детской школе искусства имени Варламова прошло заседание при губернаторе, на котором обсудили грядущие перемены в местном творческом мире. Глава региона собрал именитых педагогов и руководителей школ искусств. Раз мы будем говорить сегодня о творческом образовании, то мы хотим видеть, конечно, следующий этап творческого образования. Более комфортный, более благополучный. В этом году откроется центральный проектный офис школы Дельфийского резерва. Новая структура появится на базе областной детской школы искусств. Подразделение будет работать в связке с другими дельфийскими резервами нашей страны. Ну и, конечно же, на его базе лучшие педагоги Ульяновской области будут растить победителей. Задача этого проектного офиса – некая координация работы по подготовке дельфийцев, победителей региональных этапов, для участия уже в общероссийском этапе. Областная детская школа искусств в этом году получит звание губернаторской и превратится в региональный центр дополнительного образования. Одним из приоритетных направлений школы станет региональный творческий проект «Лаборатория искусств». В его задачи войдет расширение кругозора детей и выявление талантов. Также в течение 5 лет в Ульяновской области в рамках национального проекта «Культура» будет модернизировано 11 детских школ искусств. Их не только отремонтируют, но и оснастят новыми инструментами на 50 миллионов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ. Среди звезд татарской эстрады есть свои Лев Лещенко, Алла Пугачева, Валерий Меладзе. А теперь вот еще и Григорий Лепс. Татарский лев Фирдус Тимаев не первый раз приезжает с концертом в Ульяновск. Что это? Шутка, пародия или дань уважения? Мы выяснили у артиста. Хотя татарская эстрада для русскоязычных меломанов явление столь же далекое и непонятное, как Альфа Центавра, Фирдуса Тимаева российский сегмент интернета знает и любит. Рунет даже прочно закрепил за звездой татарской эстрады титул татарского Григория Лепса. Многие говорят, что я похож на Лепса. И я на самом деле там еще фотки сделал специальные. А так, типа. Потом я сочинил песню специально под Лепса. И эту песню все полюбили. Мне говорят татарский Лепс. Почему? А хотя, может быть, похоже, это я не могу так. А когда уже сказали, ладно, я еще пародию там специально сделал. Это на самом деле даже не шутка.
Может, на самом деле, как у нас похоже, у нас, походу, похоже, харизма. Давайте возьмем то же самое русские страны. Разве сейчас интересно там смотреть что-то? Потому что все косят с Европы. Там разве интересно? Наши татарские страны сейчас копируют с русские страны. То же самое. Но забывать не надо. У нас есть менталитет. То есть завоевать русский рынок для вас не самоцель? Народ выбирает сам. Но у меня есть очень огромная большая там мечта. С этой вот соловей песни, вот «Айда, айда, соловей, ну-ка, послушай меня». Среди зрителей есть зрители, которые татарский не понимают? Я сейчас песни спою на русском. «Айда, айда, соловей, ну-ка, послушай меня, только ты исполнить можешь, прибавить желание, это моя соловушка, ну-ка, послушай меня». Почему я хочу с этой песни выйти? Потому что я специально писал под русскую гармонию. У меня есть мечта, на самом деле, вот записать 10 песен русских, вот потом, ну, хочу попробовать именно... Русский альбом. Русский альбом, и просто у меня мечта вот какой-то вот на русском эстраде выступать какой-то там, ну, на их сборном концерте. Если народ воспримет, это уже другой вопрос. Значит, и, знаете, вот ко мне приходят русские, да, они все говорят, хотя я не понимаю татарский, но мне нравится. Получается, ребята, дело не в языках, дело у тебя в душе. Мы же слушаем иностранную музыку, хотя мы там нифига ничего не понимаем, да, ничего не понимаем. Но, значит, дело не в этом, дело в энергетике. Ярослав Щедров, Антон Антонов. Специально для новости «Управда ТВ». Согласно прогнозу синоптиков, 15 января в регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на отметке минус 2 градуса по Цельсию. Ветер западный 4 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале «Управда ТВ» по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале «Управда.ру» в 18.50. До свидания.